Так, например, семейный фонд Блаватника, которого американские эксперты называют «человеком трех миров», по заявлению его представителей пожертвовал более 500 миллионов долларов таким вузам, как Оксфорд, Гарвард, Стэнфорд и Йельский университет. Однако, когда журналисты начинают выяснять происхождение этих капиталов и мотивы щедрости, то они зачастую получают угрозы и судебные иски. Гарвард, Стэнфорд и Йельский университет. Моя дочка поступила, 11-классница, она поступила в Стэнфордский университет.